Я вам еще раз сказала, у меня здесь лежит шланг с моего первого этажа. Я там крашу мокрым поливом, вы закрываете дверь. Зачем вам? Вот я уберу. Нет, я уберу шланг, и тогда уже можете закрыть дверь. Так у меня здесь я там крашу. Я крашу кирпичи. Скажите мне, у меня шланг. Зачем вам полив? Я крашу. Это у меня дизайнерская. И что вы красите? Я крашу кирпичи. Я крашу кирпичи на моей парковке, да. Такая да. Картина изумительная, крашеные кирпичи. Я вас не спрашиваю, у меня здесь открыта дверь, потому что у меня шланг моет кирпичи. И так что прошу вас не закрывать дверь, потому что я работаю. Хорошо. Я работаю и крашу кирпичи. Закройте дверь. Вот, когда если вы не хотите, да, еще у меня к вам вопрос. Вы взяли ключ? Ключ? Нет, от двери. я не взяла ключ. Но учтите, 15 числа я начинаю закрывать на ключ. Слышали, красавица? Да, я вас слышала. Слышали, да? Вот в этом самом управлении возьмите ключ. Иначе будет Да, у меня моется, сейчас буду красить. Да, имейте это в виду. Что вы говорите? Ну, слушайте, ну а вам-то какое дело? Вам-то какое дело на этих кирпичей? У меня сказала, у меня там моются кирпичи. И щебень, который я крашу. Ну, идите туда и стойте там, и мойте. Ну, он у меня сейчас помоется, буду красить. Ну, стойте. Я положила шланг. Вы просто улитесь. Нет, да, я положила шланг. Да, у меня туда вода. Я положила туда шланг. Да. Дверь существует для того, чтобы закрывать ее. Я вам еще раз говорю, я там занимаюсь дизайном, крашу кирпичи мокрым поливом и щебень. Как у меня было в прошлом году. Выставлять будете их на нужно? Я крашу для себя. Для себя? Чтобы было красиво. Вы вот так делаете так, чтобы для себя вы делали, но не делали во вред другим. Понятно? Делайте так, чтобы для себя. Хотите поливать? Стойте там, не поливайте. Но у меня пока моется, и шланг там лежит. Вот там шланг лежит. Это вы не моете. Это вы льете воду в эту самую лужу. Вот что вы делаете. Нет, у меня щебень моется. Я его буду красить мокрым поливом. Он помоется, я буду его красить. Ну, красавица, надо же, какую мне соседку довелось встретить. Я почти этот самый, как его... Как же вы сказали? А, Пикассо. Почти Пикассо, а? Ну, в общем. Вот. В общем, это был мой сосед, Геннадий Александрович. Он возражает. Я там мою щебень, кирпичи. У меня в прошлом году было очень красиво накрашено. И на парковке, и щебень, и кирпичи. Очень красиво. Смотрите мои видео, фото. В этом году я лежу крашу. Он все ходит и закрывает. Я мою, он все ходит и закрывает дверь. Вот, мешает работать, мешает моему творческому процессу. Имейте это в виду. Татьяна Салмановна, Махтум Сайфуддин. Это я. Вот.